Так, ребята, всем привет! Вы снова на моем канале, и в сегодняшнем видео я расскажу вам новые новости из мира Роблокса. На самом деле, эти новости поразили меня, прям реально удивили, как только я увидела все эти картинки. Прямо сейчас я вам все покажу, расскажу. Так что смотри это видео до конца, потому что это какой-то просто трэш. Я сейчас серьезно. Сижу я утром, ничего не подозреваю, думаю, что все хорошо. И тут вижу пост о том, что совсем скоро, в течение нескольких следующих месяцев, в Roblox выйдет новое обновление на лица. У меня об этом, кстати, был видос, но сейчас еще немного подробностей. Кто не знает, слушайте внимательно. Совсем скоро вместо обычных лиц, давайте я вам сейчас покажу, вместо вот таких вот обычных лиц по типу Air, Freckles, Silifan, Smile, видите, все вне продажи, мы не можем это купить. Вместо них будут анимированные лица. Кто смотрел мое видео, вы об этом, наверное, уже знаете, но добавлю еще несколько деталей. Ваше лицо, которое будет стоять у вас на скине Роблокса, будет изменяться в зависимости от ваших движений на вашем реальном лице. То есть, смотрите, если вашему аккаунту больше 13 лет, вот как у меня стоит тут, и у вас включена вебка, вот как у меня прямо сейчас, вы прямо сейчас меня видите. То есть, ваше лицо запечатлено на вебке. То лицо на вашем скине Роблокса будет двигаться, соответственно, вашим эмоциям на лице, как-то так. То есть, если вы будете смеяться, у вас там будет лицо смеяться в Роблокс-скине. Если вы будете плакать, то плакать и так далее. Но если ты думаешь, что это единственная новость, которую я хочу тебе рассказать, то ты глубоко ошибаешься. Потому что прямо сейчас разработчики начинают тестировать новое обновление, еще одно. Просто посмотрите на вот эти вот картинки. Вот, просто на них посмотрите, вдумайтесь и осознайте, что совсем скоро Roblox станет вот такой. То есть разработчики хотят поменять обычные вот такие вот квадратные тела на что-то более реалистичное. То есть вот как вы прямо сейчас все это видите, это прям не ложится у меня в голове. Очень сложно поверить в то, что Roblox совсем скоро не будет таким, каким мы его знали очень-очень много лет. Ну, по крайней мере, я. Ведь все мы знаем о Роблоксе как о игре прикольной, в которой вот такие вот прикольные тела, такие прикольные скины, вот этот мэнфейс и так далее. По таким прикольным штукам. И именно самые-самые такие изюминки игры разработчики хотят усовершенствовать, но они и так на высоте, ребят, я не понимаю. По-моему, разработчики должны провести какое-нибудь голосование среди игроков Роблокса или что-то такое. Если вы со мной согласны, то отпишите об этом в комментарии и, в принципе, напишите, что вы думаете о всем этом. Лично я даже не знаю, что еще можно сказать, кроме того, что изюминка игры совсем скоро будет утеряна. Точнее, я надеюсь, что разработчики одумаются и не будет вот этого всего кринжа, о котором вы только что услышали. Если вам нравится это обновление, то отпишите об этом в комментах, потому что реально интересно посмотреть на ваше мнение. Что могу сказать? Подписывайтесь на мой телеграм-канал, потому что там будет розыгрыш на 500 робаксов, как только там стукнет 500 подписчиков в моем телеграм-канале. Пишите комменты, ставьте лайкосики, подписывайтесь на мой канал, потому что я хочу побыстрее набрать 50 тысяч подписчиков, потому что 50 тысяч подписчиков будет что-то очень-очень крутое. И всем пока-пока, ребят!